Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем пружинопоршневую пневматическую винтовку от американской фирмы Crossman, модель Trail NP. В комплект поставки входят инструкция по эксплуатации оптики, оптический прицел CenterPoint 3940, ключ шестигранник, салфетка для протирки оптики, инструкция по эксплуатации винтовки, и сама винтовка, которая дополнительно запакована в полиэтилен. Эргономичная ложа с пистолетной рукоятью выполнена из качественного ударопрочного пластика. Затыльник выполнен из резины. Снизу на ложе имеется винт крепления антабки. Труба компрессора, муфта ствола и кожух ствола выполнены из стали. Сверху на трубе компрессора имеется планка вивер для установки оптических и коллиматорных прицелов. Линзы на комплектной оптике CenterPoint 3.9x40 просветленные. Сетка MilDot. Винтовка переломного типа. Ствол винтовки нарезной, выполнен из оружейной стали. Соответственно, стреляет он свинцовыми пулями калибра 4,5 мм. На винтовке есть неавтоматический предохранитель, который блокирует ход спускового крючка. Тестировать скорость выстрела винтовки будем свинцовыми пулями Excite Plinking от немецкой компании H&N весом 0,48 грамм. Пули устанавливаются непосредственно в казенную часть ствола. Данная модель подойдет для спортивно-развлекательной стрельбы, а также для обучения стрельбе. Благодаря нарезному стволу и комплектной оптике возможно вести стрельбу на дистанцию до 80 метров. В среднем винтовка выдает около 165 метров в секунду. Приобрести Crossman Trail NP вы можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовывозом, при наличии паспорта и достижении совершеннолетнего возраста. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.